Добрый день, уважаемые подписчики, гости нашего канала. Сегодня у нас на обзоре Avandale Land Ranger, двухосный караван. Первый раз у нас на площадочке такая игрушка. 640 внутри. Такой интересный вариант по кровати, посмотрим его потом внутри. Так, домик у нас 2005 года выпуска, полностью растаможен. Находится на площадке у нас в городе Пскове по адресу Николая Васильева, 82А. Стоимость этого каравана 672 тысячи рублей. В стоимость входит палатка в комплекте в караване. Она самая полноценная здесь. В данном караване уже насосная станция используется. Ну, давайте стандартно. Прицепное устройство Алка с накатным тормозом, с опорным колесом. 7-пиновая розетка плюс серая розетка для аксессуарного подключения. Багажник у Avandale стандартно маленький из-за покатого переда. Ну, в принципе, как правило, тут и смотреть нечего. Ну, углы целые. Так, баллончик, это леечка забора и вот шланги для подключения забора. То есть здесь уже не насос опускается в подкатную канистру, а опускается просто шлангозаборник. Так, выхлоп карвера. Здесь не карвер, здесь струма 10-литровый большой. Ролета с двух сторон ставится, то есть по правой стороне давайте посмотрим. Ровненько, без вмятин каких-либо. Ну, идеальная для завесы ролета. Холодильник Дометик с большой морозилкой. И вот у нас уже заборник здесь идет. Полы стандартно для Avandale не ламинированные. ВИН-номер. Пожалуйста, кому интересно. Так, шины. Шины ГТ Радиал. Все одинаковые. Износ минимален. Это 13-я цешка 165R, 13C полнопрофильная. Соответственно, он уже с амортизаторами идет. Темные пакеты. Маркированные. Очень красивый. Внешние они тоже такие. Ну, что-то мы по Avandale пошли. Но действительно очень красивый дом снаружи. Интересный очень внутри. Ролета по левой стороне с расширителями для палатки. Повторюсь, палатка в комплекте в нем. Стоимость она включена. Место под штатный аккумулятор ставится до 105-го. Место подключения 220 вольт. Модная ныне газовый кран для газового бойлера. Розеточка для палатки. Стандартно для Avandale сбоку место под газовые баллоны. Вот здесь еще завеса от палаточки лежит. Редуктор у него встроенный. Баллон обыкновенный. Шланг менять, похоже, не надо. Нет, шланг менять не надо. То есть российский уже баллон сюда встает без каких-либо переделок. Петфордовская кассета. Кассета в данном случае не самая большая. Туалет с датчиком заполнения воды, с автоматической помпой, вот предохранитель на него стоит. Вес каравана тонна 515 снаряженный. Давайте посмотрим с этой стороны полы. Стандартная неламинированная фанера. Ну, вообще в идеальнейшем просто состоянии. Амортизаторы сухие. Рама не может быть какой-либо, кроме как усиленной. В караванах такого типа. Ну, пойдемте посмотрим внутрь. Внутри есть на что посмотреть. Очень красивая игрушка. Стандартно. Спереди диван. Диван уже вот такого типа. Не совсем он ровный, но зато очень красивый. Спереди раздвигается столик. Стандартная вандалевская такая фишка.
интегрированная кухня с полноценной газовой плитой четырехкомфорочной, газовым грилем и духовым шкафом. Место для хранения каких-либо там кастрюлек, сковородок снизу. Здесь у нас рядышком газовые краны. Вот у нас верхний — это холодильник, далее плита, бойлер газовый и отопитель. Место для ложков и вилков. Так, такая у нас здесь уже мойка. Повторюсь, караван с насосной станцией. Холодильник Dometic с большой морозильной камерой. Такой вот уже красивый, нового типа. Большая морозилочка у него. Так, пока мы не отошли, сразу покажу. Значит, здесь у нас под диваном находится уже вот насосная станция и бойлер проточный на 10 литров. Место мы видим для включения этого бойлера. Здесь у нас под диваном просто место для хранения. Слева находится автомат и предохранители для 12-вольтового оборудования. Все окна с москитными сетками. Плюс вот такая вот фольгированная часть. Закрывается плотно, то есть уже никакие москиты через сеточку не пролетят. Посмотрим по стыкам, как и должно быть. Все идет через уплотнительную резинку, никакого герметика. Пожалуйста. Спереди стыков нет, углы закрыты, но заодно посмотрим все равно. Все у нас шкафчики идут на замках. Это сделано для того, чтобы не разбалтывалась мебель в движении. Все на стыках. Радио GVC. Оно работает от 12 вольт. 5 стык в шкафчике. Тут же у нас есть антенна и ее делитель. Отопитель Трума. Трума мультифункционал. Здесь у нас раздув, газовая его составляющая. Он с автоматическим стартером от 12 от батарейки. Здесь у нас включение электрической части отопления 220 вольт. Использовать можно от полукиловатта до полукиловатта в зависимости от источника. Шкаф — это выхлоп у нас идет отопителя при работе на газу. Ну и, наверное, фишка этой каравана — это вот такая вот комната с большой красивой кроватью. Окошки равноценные такие, со шторками, ну просто-таки ложа. Панорамный люк. Я сейчас его просто прикрыл. Вот так вот он выглядит. В открытом москитная часть. Окна тоже и с москитками, и с фольгированной частью. Шкафы для хранения вещей здесь есть. Вот такие вот красивые. Ну, заодно давайте заглянем, посмотрим. Углы идеальные. Разводочка радио. В данном караване не только спереди динамики, но и сзади. 6,5 метров внутреннего убранства — это много. Угол по левой стороне абсолютно идеальный, без какого-либо герметика. Под кроватью место для хранения всего что угодно. В данном случае здесь у нас находится полноценная палатка. Это плюс еще пристегивающийся тамбур для хранения каких-либо вещей. Палатка в комплекте. Там в той стороне дивана тоже опорные части. То есть вот она, опорная часть палатки, каркас. Вот она включена в стоимость. Полноценная душевая кабина. О. Традиции проверим поддон. Поддон идеальный. Горячая, холодная вода, леечка. Ну, со ступенькой, ну, не знаю, кто-то сидя, наверное, будет мыться. Санузел напротив вот этой вот душевой кабины.
Ну, можно вообще вот так вот прикрыться, да, здесь. И при открытой двери можно. Здесь есть еще такая вот ролетка. Специально, что оградиться. Этот фордовский туалет. Он с помпой идет. Мы видели предохранитель внутри. Маленькая умывалочка. Тоже тут без трещин, без всего, без сколов. Ну, шикарно, красиво просто. Очень здесь сделано все. Очень похож на Fleetwood Heritage. Но у Fleetwood холодильник с другой стороны. Давайте еще раз такие небольшие панорамы. Спальная комната в хвосте этого самолета. Так вот будем проходить. Здесь у нас душевая кабина. Санузел. Можно полностью закрыть эту спальню. То есть вот так вот это будет выглядеть уже. Все равно открывается. А, здесь есть специальный такой тумблер. Британская LG. Соответственно, работает она 220, никаких 12 вольтах речи не идет. Индикатор заряда батареи находится в интегрированной кухне. Здесь местный свет. Повторюсь, все окна у нас с москитными сетками. Караван 2005 года. 672 тысячи рублей он будет стоить. В комплекте палатка. Ну, для двухосника, ну, просто шикарнейшая игрушка. Подписывайтесь на наш канал, уважаемые зрители. Ставьте лайки, обязательно ставьте дизлайки. Ну, а Viber, WhatsApp по запросу любые недостающие фотографии. Спасибо за просмотр. До новых встреч!